9 мая набираем фрукты, мясо, продукты, овощи. Будем делать шашлык, плов. Ну, что-нибудь еще. А, и рыбку. Танюшка у нас сегодня за водителя. Танюш, сегодня акция «Трезвый водитель». Сегодня ты возишь нас. Это что у нас, редиска? Пучок редиски 130 рублей. Огурцы тепличные. Среднекостромская область. 209 рублей. Ребята. И помидорки вот 279 даже. Ух, томат мясистый называется. Эхо мясистый и мясистый. Идем дальше. Так, что, куда идем? Кто? Клубничка. Клубничку мы не едим больше. Ран еще ее есть. Эльдар, Бузов, он тоже есть. Пошли. Какую ты клубничку хочешь? А это, смотри, какая крупная, Танюша. Ну и что, я люблю. Берем. Смотри, какая крупная. Какую ты? Вот эту берем. Вот эту возьмешь? Аккуратно только, смотри, не просыпь. Все. Давай, езжай. Ищи. Ищи наших. Вон они. Так, вот зелень. Че, Лешка? Держи. Держу. Пакеты? Дай пакету. Оленька, да. Что сегодня будем готовить? Мы будем готовить плов. Ага. Шашлык, как же без шашлыков. Ну, что еще? Что еще? Что еще? Бывает, вон Танюша хочет. Клубничка шоколада. Кого? Шоколадом. Что клубничка ты? Закупаем продукты на плов. Вон клубнички какие взяла. Смотрел, Шведис? Что я смотрел, нормально? Ну то пересыпем мы сюда. 100 рублей пакет. Так, идем дальше. Что дальше? Шампиньоны. А кто шампиньоны ест? Ты шампиньоны ешь, дочь? Шампиньоны ешь? Нет. Не ешь? Плохо. Вот сейчас еще далеко не уходи, сейчас вон морковки возьмут. Закупаемся. Народу очень много, все тоже, походу, собрались на шашлыки. Ну и мы не отстаем. Я беру шампиньончиков, сейчас наберу, тоже жарить будем. Плюс-минус один. Так что главное не забыть пиво без алкоголя. Другого мы не пьем. Нет, кто-то может и будет пить крепенько. Я имею в виду с градусом. Но я не пьющий. Лёшка тоже не пьющий. Ольга тоже. Ну, друзей будет много у нас. Очень много народу собирается. Опять, как на 9 марта. Но без всяких этих выступлений.
конкурсов. Чисто посидеть, отдохнуть. Танюш, ты их не трогай, их еще помыть надо. Ягодки. Да-да. Вы не кажется, вы там поллеса, наверное, грибов собрали? Ты будешь шампиньоны одни кушать? Да. Вы ешьте мясо, а я кушаю. Все хорошо, ты на шампиньонах сегодня. Леха, мухоморов возьми. Парочку мы ей подкинем. Она не заметит шампиньонами. Поменьше будет. Так, что, морковка, Лёш, нужна? Лёх, морковка нужна? Перец болгарский. Морковка есть. Бери чистую, Лёх, морковку. Её мыть меньше. Листья салата? Да. Вот салат айсберг. Нет, листья. А, листья? А где-то были, вон там, наверное. Вон, где фрукты, овощи. Вон там. Танюша, от Лёши я не отъезжай. Ты нашла листья салата? А? Нет, а трубку не лежит. А вот у девушки спроси, листья салата девушки нет. Вон они лежат. Вон. Девушка, с праздником вас. И тебя тоже, Марфуш, праздник. Спасибо. Пошли. Возьми листья вон. Бешеная очередь везде. Лёха, а зачем ты грязную берешь, почему сидеть не берешь? Все равно ее чистить. Да? Еду чистить. Картошка какая большая, да? Смотрите, ребята, какая здоровая. 69 рублей. А мне вот интересно, Лёх, капустофель где продают? Где его найти? Кого? Капустофель, Оль, где можно найти? И что это такое? Ну, это капуста, а там корни картофеля. Не знаю? Я об этом не знаю. Плохо. Вот я. Это что-то новенькое. Капусту нашел. Остался капустофель. Посмотри, корни. Картошка там есть? Да, корни нашли. Должны быть. За место... Как называется у капусты это? Как? Кочерыжка. Кочерыжка. А там не кочерыжка, там картошка должна, понимаешь? Называется капустофель. И капуста, и картошка. Первый раз? Да. Блин, вот плохо. А он продается. А что нам еще надо? А вам не кажется, мы им это... Надо было вторую тележечку брать. Или мы в одну все забьем? Нам еще Танюшку в нее грузить. А я уже погрузилась рядом. Да? Есть куда встать. Так, что? Из овощей мы все взяли? Да. Теперь скоро за мясом идти, да? Да. Повози тебя. А ты что такая хитрая? Поехали. Засранка. Что мы еще забыли? Изюм. А изюм зачем? А, для плов. Плова. А без изюма никак что? Изюм. Да мне все равно. Изюминку. Изюминку. И безуминку. А вот ты что за... Что? За фрукт. Вот это.
слива красная. Нет. Слива красная? Как его, блин? Капустофель. Нет. Здесь слива красная написано. Он вкусный вообще? Да. Короче, он разных цветов бывает. Ага. И вот внутри там пропитка. Мякоть нужно есть ложечкой. Да? Я забыла, какой дракон какой-то. Это питахай называется. Вот он. Как? Питахай. Да, 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 дракон там такой. Какой дракон? Пайп. Питахайя. По-русскому. 43 рубля. У меня Лёшка любит вот эти все. Может, ему купить одну? Питай. А ее вообще едят? И с чем? Возьмем сынульки. Он любит такие фрукты. Питахай называется. Не забудьте. Что-то у меня куда-то эти все поехали. Вот они. Ага, мы за ними. Мы ищем рис. Все, я питахаю. Это да, сыночек. Попробуй. Лёшки. Не, я Лёшки. А, мягенький как раз, да. Отвезу. Не знаю, с каким этим. В интернете забей. Зачем? Лёшка пускай сам уже. Потом. Куры. Что ты сейчас? Лёшки? Какому? Вот сыну. А, он да, он любит такие вот все непонятные. Дракон тоже знает? Я же говорю, драконий фрукт. Драконий фрукт? Да, я же говорю, дракон. Ты тоже а ты ел хоть раз? Где? Дракон. Кислый? Ну вот мы Лёшку взяли. Они бывают внутри и розовые, и желтые. Да, не знаю, как, какой попадется, не знаю. Белый. И белый что-то. Там попался белый. Ну вот мы Лёшку взяли. Лёшке завтра отвезешь. Ага, нет, у них вкус у всех разный. Чё, Лёх, какой возьмем? А вот рис гигант. А вон этот длинный Лёх не катит. Вон наверху. Длинненький какой-то. Тоже длиннорезный, да? Рис. Вот это басмати. Все, мы выбрали рис. А вот рис басмати. Для плова. А вот, смотри, даже бич-пакеты продают. Да? Это же бич-пакеты, да? Только... Просто блин. Вот звездочка. Че, никак не выбрали? Приглядывает, приглядывает. Олечка, что вы приглядываете? Олечка, что вы хотите купить? А это зачем вам? Кекс. Ты мне давай здесь рекламу. А то я тебя вырежу из видео. Будешь мне рекламировать здесь. Кекс, шмекс. Кокосовая стружка, да, для плова обязательно нужна. Выбираем мясо, ребят. Для плова. Курицу мы решили сделать шашлыком. Мясо. Кусочек взяли, для плова хватит. Идем дальше. Ребята, вот все купили. Курочку мы будем брать уже в хорошем деле. Закупились мы нормально. Девчонки там опять что-то выбирают. Что-то набирают. Сыры какие-то, вкусняшки. Косички под пиво. Да?
Вон лежат, перед тобой. Тут маленький баночек, ну возьмешь и нахуй. Опять какую-то вкусняшку ищешь. Я тебя спалил, дочь. Попалась? Что ты здесь искала? Совсем чебурахнулась? Ты совсем чебурахнулась? Тепленькая пошла. Че, пошли сюда, дочь. Что, на бутеры что-то еще? Майонез еще, да. А? Майонез там пошло, да. Так, еще хлеб, ребята, забыли. Черный. Я белый ем, я черный не ем. Надо белый. Я бородинский черный. Не, я белый. Лех, надо белый где-то взять. Лепешки, лепешки хотя бы. Есть они вообще? Я уже заметила побелый. Не, этот батон, дочь. Вон, Лёшка нашел. О, как это, как губка, да? Чё, идем на кассу? Или что-то еще что-то? Мы не все взяли? А там, там долго, да, пробивать всё? Нам вешать. Так. Кассы. Наверное, мы встанем вот здесь. Лёх!
And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Болел, лечить будете? Меня в ногу ранило. Болевые медсестры, поможем. Все, спасибо большое. Красотульки.